Вот сегодня 18 мая, батюшка приехал, вот накачивают. Сергей Пупков приехал на машине на своей, а там батюшка сидит за столом под елочкой, под березой. А тут Юлия, скажи, это левая сидит, что-то тоже пишет. А тут сестры сидят. Видать, думала, на скамеечке тепло сегодня. О, пришла Галина проверить, как тут качается ее свояченица. Дай-ка я сама покачаюсь. Мир вам. Добрый день. Да, это Гликерия. Видишь, как все. Тут вот это шатается, видите? Здорово, были. Ну вот, видишь, пришли. А вот смотри, я гляжу, сейчас снимаю как. Четыре качели. Давайте. Я не понимаю, что ты говоришь. Ну ладно. Ты, Елена, новая появилась. Что дальше будет, не знаем. А это вот юрга, говорят, растет. Тут такое дерево. Это агния. Нравится раскачаться. Такая елка передо мной стоит. Это на расстоянии метров 10. Красота какая. Не садил, ничего, вот дали дом. Так все мне. Да. Привез? Хорошо, ну я там возьму. Сейчас неохота возвращаться. Можешь на стол там положить. Хотя да, я занесу, пойду. Еще время есть. Ты мне... Давай. Чем бетон не знаете? Хлеб спекли. А что у тебя в банке-то? Пустая. Пустая? Пошли. Дала. Вот я зашел маленько в тенечек посмотреть на голубей. Там солнце бьет так. Вот тут. А там сверху решетки сидят еще. Вывозят. С этой стороны смотрю, вот новое какое-то здание. А вот там за ним красное. Видать, вот угол внизу, вот я указываю. Это вот принадлежало какому-то золотопромышленнику. Ну, революция все тут отобрала. И там был краевой суд. Меня там судили в 86-м году, осудили и по этапу отправили. И вот здесь мне дали вот 13 соток. Тут вообще чудесно, как яблоня большая растет. Тоже наши посадили. Виноград это тоже наши посадили. Вот идет виноград привязанный. Ну, а это калина. Ну тоже все такое. И какие березы тут внутри. Участок такой сухой. Рядом, о, красота такая. Ничего не делал, просто дали и все. Потому что суд вырешил, какие тогда решения, миллионы какие. А нечем было платить. Ну и вот так. Получил два здания. Раз живем, конечно, тут и ремонтируется, и все. Галина смотрит. Все здесь у них есть.